И всем привет, ребята, с вами сегодня опять я, Алёша. И я бы хотел бы задать вам, ну это будет такой небольшой подкаст, я бы хотел задать небольшие такие вопросы. Первое, стоит ли нам вообще снимать про видео со Шулей, и вообще мне стоит ли снимать видео, это просто не знаю, реально такое жизненное. Ну вы, короче, заходите и сразу же пишите под видео этим. Извините то, что так заикаюсь, я просто недавно проснулся, спать до сих пор охота. Тем более с утра с первой смены, так что извиняюсь. Короче, просто заходите, пишите, стоит ли нам снимать. И еще один вопрос такой небольшой будет. Вот эти вот, как их, подкасты снимать стоит на веб-камеру, ну, в смысле, чтобы вы нас именно видели, как мы будем там говорить, все такое, или вот как сейчас вы видите на своем экране вот такой вот подкаст, как бы ничего такого лишнего. Да, и еще я заметил, за парочку дней прибавилось уже, как, ну что, сколько было, не помню сколько, 15 подписчиков или сколько. Один потом что-то ушел, да? Да, один ушел. И сейчас 17 подписчиков, короче, за буквально за некоторое время прибавилось плюс 3 подписчика. Это для нас, если честно, рекорд с Сашулей. Ну, Сашуля, кто не знает, если чё, то это мой брат. Да, вот так. Ну, короче, вот два вопроса. Первый, стоит ли нам снимать, и второй, про что снимать, и даже третий, стоит ли снимать подкасты на веб, ну, на веб-камеру. Но веб-камера, сразу вам скажу, что она у меня очень тупая, ребята. Ну да. Капец, как спать охота. Ну ладно. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока-пока.